Впервые казахстанец примет участие в голосовании на премию «Оскар». Оператора Еркинбека Птыралиева приняли в члены Оскаровской киноакадемии на Канадском кинофестивале. На конкурсе представили его работу фильм «Дала Каскара». К слову, высокую оценку жюри получил и актерский состав. Так, в номинации «Лучшие актеры» признали Берика Айджанова и Анну Старченко. Они исполнили главные роли в кинокартине. Отечественный фильм уже знаком зарубежной публике. Ранее он получил приз Французской ассоциации критиков на фестивале «Реймс Полар 2024». Лента рассказывает историю женщины по имени Тамара, которая ищет своего пропавшего сына, и для помощи она нанимает детектива. Отмечу, режиссером картины выступил Адильхан Ержанов. Съемки проходили при поддержке Министерства культуры и информации.